легко относятся к малым деньгам. А к каким они относятся по-другому? Заботиться о душе – это значит в любом случае не относиться к людям как к средству. Создавать видение. Если вы довольны текущей жизнью, то обычно люди не думают о будущем. Но если она вас не устраивает, тогда нужно мечтать и думать. А что же представляет собой жизнь, которую вы хотите? Самая большая причина, почему люди не достигают успеха, это потому, что у них нет четкого представления о нем, и поэтому успеха нельзя достичь. Следовать путем веры. Это значит, нужно следовать видению, которое вы поставили. Люди обычно смотрят на реальность. У каких же людей ничего не получается? У тех, кто опустил свою мечту ниже плинтуса и сел на нее, это и есть среднестатистический неудачник. Вам нужно жить, как будто вы империал мастер уже сейчас. Вы зарабатываете уже по 80 тысяч долларов в месяц. В таком случае изменится ваше выражение лица, тон голоса, ваш взгляд, жесты. Изменится сразу все. Отношения — это все. Attitude is everything. Служить в смирении – это значит, даже если ваша мечта выше облаков, нужно работать в смирении. Почему трудно рассказывать людям о вашем видении? Они не хотят уговаривать других людей. Ставить себя ниже их. Это потому, что они высокомерны, не хватает скромности. Нужно сдержанно рассказывать о нас людям. Это товары первой необходимости, хорошего качества и цены. Только об этом. Я нашел способ, чтобы достичь успеха. Я хотел бы поделиться им и с вами. Чтобы достичь успеха, нельзя относиться к партнерам как к средству. Партнеры должны стать вашей целью. Ваша работа – это сделать так, чтобы ваши партнеры добились успеха. Помогать другим людям – это не значит ставить себя ниже их. Мы говорим, что нужно ставить себя ниже других. В конце концов, происходит наоборот. Чем скромнее вы относитесь к людям, тем больше уважения вы получаете. Цель менеджмента номер один – успех клиента. Мы делаем Atomy с этой целью. Успех потребителя – это покупать вещи хорошего качества подешевле. Наши лидеры в Atomy должны работать и зарабатывать деньги. Работать вместе с Atomy – это гораздо эффективнее для достижения успеха в бизнесе. Мы очень стараемся делать так, чтобы создать компанию, которая помогает нашим участникам достичь успеха. Даже бедные люди достойны использовать продукты хорошего качества. Абсолютное качество. Но чтобы бедные люди могли их купить, цена должна быть низкой. Тогда наше качество и цена точно произведут на них впечатление. Поэтому мы рассказываем нашим близким о абсолютном качестве и цене. Наше видение должно быть огромным. Люди очень легко относятся к малым деньгам. А к каким они относятся по-другому? К большим деньгам. Если рассказывать о больших деньгах, некоторые нам не верят. Обязательно из 100-10 человек найдется один, кто нам поверит. Это именно та работа, что я искал. Если я смогу зарабатывать 80 тысяч долларов в месяц, то я готов с ума сойти. Мы ищем таких людей. Какие люди могут стать настоящими богачами? Распространено мнение, что у вас должна быть платформа. Но чтобы получить эту платформу, нужны особые способности. Способность найти огромные средства. Этот платформенный бизнес поглотил весь малый бизнес, ранее принадлежавший частным лицам. Другие платформы приглашают тратить деньги именно на их платформе. Тогда какая проблема может появиться? Они высасывают все деньги у окружающих. У ее клиентов деньги все кончаются, и они становятся бедными. И такая платформа разоряется. Во всем мире только в Atomy есть система, позволяющая вам самим рассказывать о нас другим людям и стать хозяином этой самой платформы. Это и есть
Бизнес Атоми. Мы создали ее так, чтобы победить другие торговые центры и дискаунтеры. Поэтому в конце концов останется только бизнес-платформа Атоми.